Так, ребята, Ай-корпус. Это вот экипаж Бетра, который в том бою в Степановке, в Мариновке получил ранение. Кстати, Бетр-то целый? Конечно. Бетр целый. Это тот Бетр, который у нас остался. Кто погиб из вашего экипажа? Санта. Санта погиб. Вы все видели в финальные кадры фильма, когда снесут нашего мертвого товарища, царство ему небесное. Теперь у нас есть новый член экипажа. Брат, покажись. Так, представьтесь теперь, вот новый экипаж. Я, если что, на подхвате, червонец, тоже сюда могу взять, так, вступить, да. Бетр. Так, и это, стрелять, кстати, так, вот посмотрите на этого человека, который у них за спиной. Это великолепнейший пулеметчик и позывной червонец. Позывной червонец, они меня берут, если что, всегда в команду. Так вот, смысл в чем, ребята? Вот смотрите, Лех Христа за ребятами. Укропы, посмотрите на это. Вы пытались... подбить Бетр, не получилось. Вы убили нашего товарища, убили с сушки. А мы сегодня убили две ваши сушки. У нас новый член экипажа, и Бетр готов. И у нас супер пулеметчик. И Христос с нами. Так что, ребята, ждите. Мы и уже. Гости. Да, и это самое, вы там запомните, укры, что если вы считаете, что вы самые древние и незаменимые, то суньте палец со стаканом воды. Палец в воду. Выньте, посмотрите, отверстие будет. Браво, вот так по поводу сказал. Вашей незаменимости. Хорошо сказал. Они поняли. Футболь всегда будет. Все, ребята, будут боевые репортажи с этим экипажем. Мы будем вас информировать. Все, привет, Ай-корпус. И, кстати, я лично предупреждаю всех тех, кто крадет наше видео. Поймаю. Ребята, не поздоровится. До встречи. И там тем, кто наш БТР пытался отжать или говорить, что это укры текали. Не простим. Поняли все? Все, ребята, до встречи.